Свыше 105 тысяч человек вышли на улицы французских городов в субботу в знак протеста против планов правительства ввести вакцинный пропуск. Собравшихся оказалось в 4 раза больше, чем на последней акции протеста в середине декабря. Связано это и со скандальным интервью Эммануэля Макрона, где он пообещал в грубой форме достать непривитых. Французы проснулись и вышли на улицы. Они не хотят больше слышать оскорбления в свой адрес от безумца во главе страны, который позволяет себе делать грязные, раскольнические, апартеидные высказывания против своего народа впервые в истории Французской Республики. Протестующие возмущены политикой властей, разделяющие людей на 2 лагеря. «Я здесь, чтобы поддержать непривитых друзей, и я буду с ними до конца. Вакцинирован или нет, мы все равны». Около 40 тысяч человек приняли участие в ставшей регулярной акции протеста в Вене. Там недовольны введением в Австрии обязательной вакцинации с февраля и другими антиковидными мерами, которые считают необоснованными. Протестующие жгли фаеры и дымовые шашки, бросали петарды. Демонстрация в целом проходила мирно, но полиция задерживала отдельно особо агрессивных настроенных демонстрантов.